Итак, насколько я понимаю, ты уже знаешь? О, да, Давакин. Да, я знаю. Это все меняет, разумеется. Нельзя терять времени. Мы должны найти... Давай покажу. Где-то у меня здесь... Что, Эсбер? Секундочку. Одну минуту. Вот, нашел. Давай я тебе покажу. Смотри, вот здесь. Храм Небесной Гавани, построенный на месте одного из главных акавирских лагерей в пределе во время завоеваний Скайрима. Ты понимаешь, о чем он говорит? Там они возвели стену Алдуина, чтобы запечатлеть в камне свои знания о драконах. Защита от векового забвения. Мудрый и дальновидный шаг. Стена считалась одним из чудес света, однако ныне никто не знает, где она находится. Эсберн, к чему ты клонишь? Вы что, хотите сказать, что не слышали о стене Алдуина? Никто из вас? Сделаем вид, что не слышали. Что это за стена? И как она поможет нам остановить драконов? На стене Алдуина древние клинки записали все, что знали об Алдуине и его возвращении. Частью история, частью пророчества. Много веков никто не знал, где она, но я ее нашел. Она не погибла, просто о ней забыли. В архивах клинков было сокрыто много тайн. Мне удалось спасти лишь обрывки. Ты думаешь, что стена Алдуина расскажет нам, как победить Алдуина? Ну да, наверное. Пока не найдем ее, не узнаем. Значит, идем в храм Небесной Гавани. Я знала, что ты нам поможешь, Эсберн! Я знаю ту часть предела, о которой говорит Эсберн. Рядом с так называемым Картспайром, в каньоне реки Карт. Мы можем встретиться с тобой там или отправиться вместе. Решай. Твой выбор. Не ходить вместе — это может и безопаснее. Меньше внимания привлечем. Не бойся. Я доставлю туда Эсберна в целости и сохранности. Мы тебя будем ждать у Картспайра. Удачи! Оргнар, это все. Таверна твоя. Скорее всего, я не вернусь. Вот так-так. Это надо обдумать. Береги себя, Оргнар. Прощай. Да, конечно. Ты тоже, дельфина, береги себя. Что тут произошло? Надо двигаться быстрее. Солнце... не очень-то полезно для моей кожи. Ну, надеюсь, ты понимаешь.